В минувший четверг пожарно-спасательная часть номер 5 поселка Майский отметила годовщину со дня образования. На торжественном мероприятии присутствовали начальник Главного управления МЧС России по Республике Адыгея Станислав Илющенко, первый заместитель главы района Руслан Емыков, глава Майского сельского поселения Андрей Дацко. В начале мероприятия начальник пожарной части Артур Меритуков представил присутствующим краткую историческую справку об основании пожарно-спасательной части в поселке. Развитие пожарной охраны в поселке Майском было положено в создание в 1934 году в поселке Майском Адыгейской автономной области, Краснодарского края, Адыгейского эфир масличного совхоз-завода «Элит». Предприятие существовало всю деятельность медицинских промышленностей. Ведь для обеспечения пожарной безопасности в 60-е годы была создана ведомственная пожарно-стажевая охрана. С 28.04.1967 года на базе ведомственной пожарно-стажевой охраны совхоз «Элит» организована 11-я профессиональная часть 2-го отряда профессиональной пожарной охраны Управления пожарной охраны Краснодарского краисполкома. Начальником части был назначен Ященко Николай Митрофанович. Штатная численность части составляла 8 человек. Для укомплектования пожарной техники 10.06.1967 года получен новый автомобиль автоцистерна ПМГ-19. 19 февраля 1981 года начато строительство нового пожарного депо на 3 въезда. Строительство окончено 27 июня 1982 года. В настоящее время пожарно-спасательная часть номер 5 входит в состав 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея. Штатная численность подразделений составляет 30 человек. Возглавляет пожарную часть капитан внутренней службы Меритуков Артур Арсенович. Затем слово для поздравления было предоставлено начальнику Главного управления МЧС России по Республике Адыгея. Я рад вас всех здесь сегодня видеть, приветствовать и, конечно же, поздравляю с праздником. День части – это такое символичное событие, которое, наверное, в душе каждого должно какую-то искорку зажигать. Мы боремся с пожарами, но вот здесь и искорка должна быть у каждого в душе. Кашхабльский район в целом у нас прикрывается двумя частями. Ваша часть, она более крупная. Недавно мы отмечали день второй части в районе. Сегодня вы в преддверии Дня пожарной охраны. 373-я годовщина у нас впереди. И вы тоже отмечаете сегодня свой юбилей. 55 лет части – это исторически немаленький период. Это действительно пройденная работа, пройденная служба вами. Это боевые выезды у нас. В целом, прошлый год, этот год, я говорю, наши подразделения пожарно-спасательной республики более 9 тысяч раз осуществляли выезды. Это понятно, что здесь мы берем и учения, и тренировки, и пожары, и все. Вы с начала этого года, там цифры где-то небольшие, но тем не менее, тоже уже участвовали в тушении пожара, выезжали и, конечно же, в практической отработке вопросов. Я искренне каждого из вас поздравляю с этим сегодняшним днем. Желаю крепкого здоровья, желаю, чтобы у вас как можно меньше было выездов именно по тревоге, скажем так, на боевую работу, чтобы мы все время совершенствовались, тренировались, а наши граждане соблюдали правила, скажем так, да, и не допускали пожаров своих в жилье или где-то на открытых территориях. Часть ваша потихонечку развивается, мы знаем тоже, чем и здесь надо заняться. Я вас всех поздравляю с Днем части. Станислав Илющенко наградил наиболее отличившихся сотрудников части. Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, ликвидации последствий стихийных бедствий, медалью 30 лет МЧС России награждается Муратов Юрий Асланчиревич. Главного управления МЧС России по Республике Адыгея в честь празднования Дня образования 5-й пожарно-спасательной части объявить благодарность Дацко Андрею Григорьевичу, ветерану пожарной охраны Главного управления МЧС России по Республике Адыгея. Самонь Любовь Николаевна, ветерану пожарной охраны Главного управления МЧС России по Республике Адыгея. Мы вас просим передать и будьте. Приказом Главного управления МЧС России по Республике Адыгея за добросовестное выполнение должностных обязанностей в честь празднования Дня образования 5-й пожарно-спасательной части объявить благодарность
Морокову Рустему Схадбиевичу, водителю автомобиля пожарного. Золотых Олегу Васильевичу, водителю автомобиля. Кунову Махмуду Ибрагимовичу, командиру отделения 5-й пожарно-спасательной части. Фоменко Игорю Ивановичу, начальнику караула 5-й пожарно-спасательной части. Начальник главного управления, полковник Илющенко Станислав Викторович. От лица главы района всех работников пожарно-спасательной части поздравил первый заместитель главы района Руслан Ямыков. От имени главы Республики Адыгея Мурата Карабиевича Кумпилова, от имени главы района Хамирзова Завура Скорбиевича хочу поздравить вас, искренне поздравить вас с юбилеем нашей пожарной части в поселке Майском. Всегда это делаю с удовольствием, всегда это делаю от чистого сердца, потому что не раз, к сожалению, не два была возможность практически каждого из вас видеть в деле. Не так часто бывают праздники, спокойные, свободные дни у вас, у пожарников, у наших спасателей. Тем не менее, самоотверженно борясь за спасение жизни людей нашего района, за спасение имущества наших жителей, видя их горе, их потери, их ущерб, вы продолжаете самоотверженно нести свою тяжелую ношу на службе. Поэтому хочется больше тепла, больше света в ваших глазах, больше хороших моментов, которые вы заслужили, чтобы каждый день они вас сопровождали, чтобы вы видели больше радости, чем горя и потерь. Никогда не подводило вас ни здоровье, никогда не подводили вас обстоятельства. Желаю искренне вам, вашим семьям тепла, счастья накануне Дня Победы, мирного неба над головой. Желаю вам всего самого наилучшего. От имени главы района разрешите вручить вам благодарности тоже самыми наилучшими словами и пожеланиями. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с годовщиной со дня образования 5-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС КПС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея благодарность главы муниципального образования Кашкар-Абыйский район объявляется Кемичеву Руслану Хаджибеевичу. Бардашову Евгению Ивановичу. Шишеву Мурату Руслановичу. Ворокову Мухарбию Мурбиевичу. К словам поздравления присоединился и глава Майского сельского поселения Андрей Дацко, который сам же является ветераном пожарной охраны. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я могу это спокойно говорить, потому что с половиной из вас я работал, и вы со мной вместе работали, мы друг друга знаем уже давно. На территории нашего поселения вы выполняете очень важную работу и разную работу. Я знаю, что у нас здесь смешанный поселок, и многоквартирные дома, и частные дома. Часто то колодцы что-то нужно достать, бабушка какая-то закрылась. И всегда данное пожарно-спасательное подразделение всегда приходит на помощь, всегда помогает. Поэтому Майское поселение тоже не хочет оставаться в стороне и хочет поздравить вас с юбилеем. Юбилей – это тот же самый день рождения, но в отличие от человека, человек с каждым годом стареет. И, к сожалению, становится, грубо говоря, хуже. Но часть, видите, 55 лет, но выглядит достойно, и, как сказал начальник главка, будет все больше приукрашаться и становиться все лучше и лучше. Поэтому я хотел бы поздравить вас с вашим юбилеем и вручить благодарность. Уважаемый Артур Руслинович, администрация муниципального образования Майское сельское поселение благодарит вас и работников 5-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Адыгея за надежное сотрудничество в области обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения, а также в честь 55-й годовщины образования пожарной части. Спасибо большое.
Но это не все. Мы прекрасно знаем, что это федеральная противопожарная служба, поэтому все решения, которые принимаются, они принимаются немножко выше, не на территории данной пожарной части, а выше. То есть все решения принимает глав. Поэтому мы хотели также вручить благодарственное письмо начальнику Главного управления МЧС России по Республике Адыгея полковнику Илющенко Станиславу Викторовичу. Администрация муниципального образования «Майское сельское поселение» выражает вам искреннюю признательность за добросовестное отношение коллектива 5-й пожарно-спасательной части 1-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Адыгея перед поставленными задачами за хорошие рабочие контакты между нашими организациями. Желаем производственных успехов, финансового и экономического благополучия и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Как отметил начальник Главного управления МЧС Адыгеи, пожарно-спасательная часть поселка Майский является одной из крупных в республике и в планах руководства ее расширения.